для предпринимателя очень важный, очень интересный вопрос, о котором многие не задумываются, а я хотел бы, чтобы вы сегодня задумались. Это точка выхода из бизнеса. И вот эта точка выхода, ваша стратегия относительно бизнеса. То есть не стратегия самого бизнеса, а что вы с ним хотите делать. Для меня неравнодушие – это самое главное качество в человеке. Почему? Потому что именно неравнодушные люди, на мой взгляд, и двигают мир, как бы пафосно это ни звучало. Это те люди, которые влияют на судьбы многих и многих людей. Осознают они это или нет? Команда – это обязательно люди, объединенные общими целями и задачами. Не берите людей слабее, чем вы. Проблема не может быть решена при сохранении способа мышления, при котором она появилась. То есть, если хочешь достичь результатов, которых раньше не достигал, делай то, что раньше никогда не делал. Это что-то, какая-то машинка, про которую кто-то своими деньгами проголосовал и сказал: я верю, что вот эта машинка способна приносить деньги в отрыве от того, кто ее создал, отдельно от предпринимателя.